Национальный орнамент крымских татар. Орнек планирует внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Документы готовит Министерство культуры Украины. Инесса Занина побывала на мастер-классе по этническому искусству, которому не менее 5 веков. Я создала картину. Вот этот треугольник означает основу. Это как земля. Потом кипарис означает папу. Вот эти красные тюльпаны – это девушки. И вот это, вот эти синенькие – это юноши, которые их защищают. Сверху я нарисовал дедушку, который мудрый и дает советы. Свою картину Али создал с помощью клише. На каждой печати цветок, символизирующий статус человека. При помощи орнека, национального орнамента, крымские татары могут рассказать целую историю. Восьмиклассница Имине исследовала происхождение узора. Я рисовала рисунок для швейцарской программы здоровья матери и ребенка. Я нарисовала маму, которая держит на руках ребенка. Рядом с ними родственники, которые их защищают, люди и пожелания удачи и благополучия семье. Искусством орнека владели гончары, ткачи и ювелиры. Этот кушак, пояс и тепелик – украшения национального убора крымских татар, выполнены из серебра с позолотой. Старинные украшения достались Алинаре от прапрабабушки. Вот это очень сложная техника. У нас на самом деле сейчас несколько мастеров в Крыму, которые этой техникой занимаются. Я делала реставрацию, вот, потому что некоторые детальки были потеряны. Это вещь, которая побывала в депортации. Крымские татары трепетно относятся к своему наследию. На мастер-класс по орнеку принесли вещи из семейной коллекции. Это скатерти, ковры, тарелки и украшения. Сохранить и популяризировать подобное искусство собираются с помощью международной программы ЮНЕСКО. Орнек включен в национальное наследие Украины по тем критериям, которые полностью отображают дальнейшую нашу работу. То есть включение этого элемента в национальное наследие Украины дает возможность подготовить номинационное досье. Через год, обещает министр, Украина подаст досье на рассмотрение в ЮНЕСКО. После этого орнек может быть внесен в список нематериального культурного наследия мира. Инесса Занина, Игорь Каркадым, UATV.